Добрый вечер. Мы сегодня вам покажем традиционную индонезийскую еду, которая называется гаду-гаду. Как ее делают, готовят. Это вегетарианская... Without meat? No meat? Без мяса? Так что все любители здоровой еды вот, могут смотреть. Я сейчас включу вам видео, чтобы вы видели, чего там происходит. Секунду. В смысле, камеру поменяю. Так, вот смотрите, тут вот ингредиенты. Ага, там, значит, чеснок, лайм. It's pepper? If somebody wants spicy, can add in chili. Ага, это вот and как чили, перчики. Это this вот... one, palm sugar. О, это какой-то пальмовый сахар, видите, кусочками. Ну, соль, and вода, это какие-то зерна. А, это вареный? Boiled? А, жареный арахис. Вода. Вот. Дальше у нас куча вот овощей. Это вот что-то вроде шпината, потом ростки, вот это вот фасолька, яйца, not vegetarian, eggs, vegetarian, not vegan, окей, да, не веганская еда. Ага, это вот, ну, что-то вроде тофу, like a tofu, этот вот такой сыр, это тофу. Огурец. Лантон. Какая-то такая интересная штука. Ага. Wrap with banana leaves and then boil until 3 hours. Ага, 3 часа варится такая штука. Yeah. Потом там еще помидорки. Potato, potato. Я думаю, все поймут. И пророщенная соя. Yeah. It's soy, yeah? Okay, we start. И еще вот это вот банановые листья, да? Вместо тарелок. Все очень экологично. Ну вот, сейчас мы смотрим. А, I think it's like a pipe. It's not, it's for beans. Я думал, это трубка у нас лежит на кухне. Оказывается, это такая штука для перетирания арахиса с солью. Ага, вот туда добавляют, видите, лайм. И все такое. Я подсвечиваю оператор. Да. Ага, чесночек. И вот так вот это все перетирается в, я не знаю, что это. Паста такая. Это будет, ага. Соус. Да как приправа будет, да? Угу. А мне казалось, что он с грецким орехом делается. Нет, а где здесь грецкие орехи? Ну, Греция, далековато, да. У нас тут, видите, вся компания. Вот Сити нам делает это. Лариса у меня сегодня осветителем работает с Семеном. Это наши гости, путешественники из Белоруссии. Делают дримкетчера, да, по-быстрому, под еду. Заряжают хорошей и удобной энергией. Ну, интересненько. Семен, конечно, главный у нас этот самый повар. Ага, да, вот, теперь я понял, зачем тут вода. Семен помогает. Покажи, Семен. Семен, да. Запоминает. Да, ну теперь у нас будет все это из песка вот это делаться. Эй, дружок. О, вот получается такая вот приправка. Ой, пахнет, ребята, офигенно совершенно. Ага, теперь разрезается вот эта штука, которая 3 часа варилась. И в нее, я так понимаю, внутри рис. Ага. Рис с бананом. Рис с бананом. Варился в этой штуке 3 часа. Slow cooking такой местный вариант. 3 or 4 hours. 3 или 4? Ого. В банановом листе варился это рис с бананом. Угу. Теперь туда добавляются вот эта пророщенная соя, шпинат, вот эта вот стручковая фасолька.
Угу. В общем, все, что у нас было там, все это добавляется туда. Такое ирландское рагу получается. Находим все, что было в доме экзотического, кидаем это все в одну тарелку, тщательно перемешиваем. Ну, как интересно. Ага. Вот это все с этим соусом перемешивается. В принципе, каждый может дома приготовить. Никаких особых продуктов тут нет. Тофу, я думаю, везде можно купить. Огурцы с яйцами тоже. Ну, с банановыми листами может быть определенная проблема, но я думаю, можно их чем-нибудь заменить. Ну, рисом заменить. Капустным листом, например. Ага, здесь есть мягкая часть и твердая часть. Вот так оно складывается. Ага. Закрепляется такой палочкой. Ты-дым. Прям у меня уже слюни текут. Так. А, и это получается тарелка. Та-дам! На заметку знакомым рестораторам, это как можно сделать экологичные тарелки, очень дешевые. Приехать на Бали. Купить плантацию бананов. И каждый день обдирать их. Окей, done. Угу. Вот все, готово. Ага, если нету ложки, то вот из этого же бананового листа получается. Слушайте, красота вообще. Ура! Ну все, ребят, мы с вами прощаемся в радостной ноте, поскольку мы приступаем, собственно, к тому, чтобы это все протестировать. Все счастливо, оставайтесь на нашей волне. Счастливо. Пишите, что еще хотите посмотреть. Пока-пока.